У нас нет будущего с нашими дизайнерами? О, нет, дизайнеров очень много. Я прочел, что в Москве работало 100 раньше, а теперь, мне кажется, что 500. Они не диктуют моду. А вы знаете почему? Потому что большинство из них однодневки. Это знаете что? Это значит, милая девушка вышла замуж за довольно богатого мужчину. И она говорит: Никифор, я хочу стать дизайнером. Ты же мне, милый, поможешь. И милый ей помогает снять помещение, отшить первую коллекцию. А на одну коллекцию, я часто говорю, идеи у всех есть. Но просто дизайн – это не одна коллекция. Ровно через 6 месяцев должна последовать вторая. И на вторую у них хватит денег. А дальше, когда приходит третья, Никифор говорит: а какого-то возврата-то нет?